Для субантарктических пингвинов, которые содержатся в московском зоопарке, регулярно проводятся разные виды обогащения их среды обитания. И одним из таких важных моментов является использование снега. Он и благотворно влияет и на физиологию, и на проявление их естественного поведения. Они могут пробовать его, но он быстро тает, и они особо поэтому его не используют. Субантарктические пингвины выдерживают спокойно наши зимы. У пингвинов используется физиологический такой момент – это венозное сплетение в нижних конечностях, такая чудесная сосудистая сеть кровеносная. И поэтому они стоят довольно долго на холодном, даже на льду, и конечности у них не мерзнут, и обморожений не бывает.